Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Что-то народ медленно присоединяется. Еще 100 лет присоединяйтесь. Всем привет! Это что не так с трансляцией? Как у вас дела, рассказывайте? Давно не виделись. Как у каждого настроение и как прошла эта неделя? Ну мы же неделю назад разговаривали, да? И слышно ли меня нормально или нет? Сикс-сикс. Сейчас подождем, пока народ присоединится. Иду слушаю King Krul. King Krul охуенно просто. Okay, about sunny days. Будет сейл на Анкой. Очень скоро будет. Готовьте свои бабки. Я уже кое-что новое придумал, но пока новое не буду продавать. Я тут по поводу альбома хочу новое сказать. Чё? Как дела, ёпта, у вас? Пишите ваши вопросы, пока поотвечаю, пока народ заходит. Поговорим чуть-чуть. Когда EP на Тунце? Не будет ублюдка на Тунце. Вообще не будет. Самый лучший битмарь за 1000 лет. Я запишу трек и буду там так орать. Я лучше, чем Метро Бумин. Я в Москве. Будешь продюсировать что-то новое у Джимбоса или Твета? Нет. Скорее всего, нет. Они меня обычно не просят, а я сам не засылаю. Потому что не знаю, что они хотят. Блин, 10% осталось. Он Эльдеро. Почему на iTunes не появится? Потому что я не хочу, чтобы массы знали, что я делал такое. И это чисто. Ублюдок и пи, это чисто, короче. Чтобы пуканы подгорели у ребят. Все. Будут треки на английском? Ну, наверное. Да. Какие 10% зарядки? Про Кенфеева пиздец зашло, да, дыр заслушал, бля, да, я тоже. Мы вообще нормально заугарали. Денис, на мега уровень придешь, нет, чем там делать. Охуенный видос. Я монетку перепел уже и выложил в iTunes. Вот, 40 человек. Давайте-ка еще чуть-чуть соберемся и я скажу главную новость. ЛДМА, здорово. Как дела, ёпта? Муд. Муд. Настроение такое. L или J. Бубалех. 45 человек. Короче, ребят, новость. 47. Альбома не будет. Новость заключается в том, что альбома не будет, короче. Будет две эпишки.
Они будут, наверное, одинаково называться. Но фиг знает, короче. Я пока не уверен. Но релиз, типа, состоится, все будет нормально. Просто я альбом поделю на две части. И я хочу, чтобы вы распространили охуенно первую часть, а потом распространили вторую. Потому что 15-трековый релиз, я считаю, нецелесообразно, короче. Нецелесообразно, на самом деле, выкладывать сейчас. Не прыгай, пожалуйста. Ты охуел, в смысле? LJ, танцуй синдец, как LJ. Твой трек, да. Здорово, сосулька. Да, ему тоже скажи спасибо за репост. Давай как бате по 7 треков на альбоме. Так вот, о чем я и говорю. Я сегодня слушал Кани, и я додумался до этого. Я не буду выкладывать 15 треков. Я лучше выложу сначала вторую часть альбома, а потом первую. И сидите и соединяйтесь там по смыслу. Ребусы опять буду свои загадывать вам. Альбом дроп не заебал. Да я с удовольствием, ребят, реально. Я вам сейчас прям все 15 треков показал. И, кстати, кто будет в Уфе 13 июля, то приходите в Анкуза, будет презентация альбома. Все 15 треков покажем. Вот. Гоняю в кипке паде охуенно. Я тоже, братан. Так когда ты эти треки выложишь? Я не знаю пока. Я готовлюсь, сейчас пока подготовку делаю, устаканивается все в жизни. Как все устаканится, я думаю, можно будет их выложить. 15 синглов в разном порядке. Ну, короче, вот такое предложение. То есть будет два поста, типа один, потом еще через недельку, может, или через месяц другой. Спасибо тебе за видос, Кимоно, да? Ребят, распространяйте. Че, давайте теперь про вас поговорим. Вот, у кого-то настроение осталось с моей позапрошлой трансы. Почему у тебя такое настроение? Почему у тебя ответ на аватарке? Нет, это не ответ. Выгорел кипос, пришлось заказывать новый. Обложек поделай. В предложку кидай в Инстаграм, я читаю. Будет фит с LJ'ем. Не, мы не настолько на коннекте, типа. Будет танцевальный релиз? Нет. Будет релиз, который можно будет одному послушать. Но будет релиз, который можно будет послушать с друзьями. И будет релиз, который можно будет послушать с девушкой. И будет релиз, который можно будет послушать, когда ты летишь куда-нибудь. Короче, там все будет, ребят. Прям все. Ой, последний год, наверное, 2017-2018. Так, ребята, я же обещал, что будет трансляция. Вот трансляция, я вас слушаю, я хочу с вами поговорить. Какие у вас новости? Только музыку сейчас переключу. Все, готово. 2020 или 2017? 2018. 100%. Бля, у меня 5% осталось. Поподробнее бы, что не так с хитами, что такое. Что это значит? Нет, я не в Уфе. Вот это похоже на Уфу? Или вот это похоже на Уфу? Вот это на Уфу похоже? ФВС. Какие планы на этот год? Выебать всех в этой стране и продолжить дальше ебать. Сосновый, который у меня есть на SoundCloud и на Западе. Когда песня на English language, когда у меня здесь будет 1 000 000 подписчиков. Подробный видос бы сделал. Нет, это уже, короче, типа это не всем интересно. Общие видосы намного лучше, чем подробные. Подробные интересны 2-3 людям. Чё планируешь в следующем замиксовать после монеточки? Я не знаю. Как ты выебешь без контракта? Вот посмотрим. В этом году посмотрим. Когда в Америку рвану. 2019, наверное. Когда новая часть, что-нибудь так с Денисом. Не знаю, снимаю сейчас.
Когда следующая трансляция будет? Когда настроение будет? И зарядка. Нет, сейчас я. Бля, вы не представляете, как охуенно сейчас в Москве. Просто охуенно. Вот прям в данный момент. Когда в армии. Когда универ брошу. Слушал трек Влада и Твета? Нет. Я не слушаю русский рэп. Наверное, 90% музыки моей это не русская. Хотя сейчас есть немножко старого русского. ДДТ. Что там еще у меня? Антоха МС. Ты чего ему сказал был? Ну я типа тут живу. Че мне в Уфе торчат? Searching, searching, searching. Сколько, интересно, у меня зарядки? Сейчас напишу. Когда на Камчатку еще? Осенью, наверное. Вот это мой любимый исполнитель. Juice WRLD. Juice WRLD мне нравится. Я тоже буду как Juice WRLD в неделю по 2 трека сливать. Два процента, прикиньте. Сейчас сядет телефон. О, на эпишках будет трек с Лами. Я прилечу к тебе, я заберу тебя. Угу. Королевство полной луны, мой любимый фильм. На. Блин, офигенное настроение. Такая музыка хорошая играет. Включите сейчас прямо у себя. Прочувствуйте вайб. Сейчас я включу. Скину вам название. На ремиксе Манежки очень крутой бэк. Бля, шаришь, чувак, я сам охуел. Когда она поет, типа, а потом... На-на-на, бля, вообще. А, я знаю, как сделать. Когда визу себе сделаешь. Ты на Павловке? Нет, я в Москве на чистых прудах. Я думаю, повторю трансляцию, когда телефон заряжу через полчасика. Это что-то у меня садится. Я сейчас свалю отсюда. Нет, заебали вы про фиты спрашивать. Нахуй фиты. Что будет, когда закончатся цвета? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Прям. Я не знаю, че, как можно сделать? Лайк поставить? Я не умею, короче, оставлю лайк этому комментарию.